В современном мире нефтяная промышленность – одна из ведущих отраслей экономики. От эффективности геологоразведки, добычи, транспортировки, переработки, хранения, избыта нефти и нефтепродуктов зависит поддержание мирового энергетического баланса. Важнейшим этапом этой цепочки является добыча нефти, которая ведется на нефтяных месторождениях. Добыча нефти и газа начинается с кустовой площадки. Здесь расположены устья добывающих скважин, технологическое оборудование, необходимые сооружения и коммуникации. Основная рабочая профессия – оператор по добыче нефти и газа. Оператор – это универсальный работник, который осуществляет ведение технологического процесса, обслуживает оборудование и механизмы, поддерживает режим работы добывающих скважин, групповых замерных установок. Ежедневно оператор по добыче нефти и газа осуществляет обход закрепленной за ним кустовой площадки, контролирует работу приборов и механизмов, осматривает оборудование на предмет утечек нефтепродуктов, пропусков попутного газа, проверяет исправность наземного оборудования и контрольно-измерительных приборов. Оператор проверяет показания давления в нефтесборных трубопроводах, контролирует параметры работы добывающих скважин, количество добытого за сутки флюида, его обводненность и газосодержание. Флюидом нефтяники называют добываемую из недр земли жидкость, состоящую из нефти, воды и газа. Производит отбор и анализ проб воздушной среды на предмет загазованности для оперативного обнаружения возможной утечки добытой нефти. Также оператор обслуживает различное оборудование, применяемое для добычи нефти и газа. Несколько видов станков-качалок, где для поддержания стабильной работы периодически необходимо менять уплотнительные элементы и ремни электропривода. Оператор обеспечивает бесперебойную работу электроцентробежных насосов, которые используются наравне с традиционными качалками для подъема флюида на поверхность. Здесь оператор контролирует рабочий ток, загрузку, показания погружных датчиков температуры и давления. Например, изменение частоты вращения электродвигателя приводит к увеличению подачи добываемого флюида. С каждым годом труд оператора становится все более интеллектуальным. Умное месторождение, где ряд решений принимает автоматика, — реальность сегодняшнего дня. Месторождения обеспечены системами телемеханики, и весь процесс добычи и параметры оборудования контролируются из единых диспетчерских пунктов. В дальнейшем оператор по добыче нефти и газа может получить высшее профильное образование и стать инженером или руководителем на проектах по добыче углеводородов. Многие выпускники профильных университетов также начинают свой трудовой путь от скважины, чтобы глубже понять специфику нефтегазовой отрасли. Оператор по добыче нефти и газа — это востребованная сегодня профессия, имеющая большие перспективы в будущем.